Итак, Марс, 14 октября 2020 год, Харьков, третий раз закинул он невод, вообще уже совсем-совсем низко над горизонтом, 14 октября 2020 год, 6.14 по Киеву, никак не парадоксально, во-первых, стало небо светлее, во-вторых, совсем теплый слой атмосферы, затемняет нам сияние от Марса, отраженный свет. И, по-моему, я даже на удивление вижу в окуляр, по крайней мере, полярную шапку слева льдов. Ну, вполне возможно, что просто себя обманываю. Противостояние Марса сегодня ночью 13-го. Есть так и 62 миллиона километров до него. Ладно, пошли с ним Венеру на Луну. У меня уже правда-правда надо выезжать на работу, а не с фотоаппаратами бегать. Венера и Луна. Будьте любезны. Спрашивали в комментарии вчера, что рядом с Луной. Наверное, кто-то далеко с востока, потому что у нас тогда еще Луна не взошла. Это Венера справа. Четыре угловых градуса расстояния между ними. Ну и напоследок снимем смайлик. Тогда у меня с праздником сегодняшним днем защитника Украины. Всем хорошо отпраздновать, а мне надо на работу. Героям слава!